Отголоски трагедии в Кемерово. Прокуратура продолжает проверки торговых центров на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. И вот крупные нарушения. Да такие, что впору ТРК закрыть. Речь о новом комплексе «Шоколад» на улице Лежневская. Сотрудники надзорного ведомства определили, пожарная сигнализация и установки пожаротушения не соответствуют всем нормам. Система оповещения и дымоудаления тоже не в порядке. Документацию ввели неправильно. Руководитель торгового центра получил представление. В Ленинский районный суд направлен иск с требованием устранить собственниками нарушения или ТРК закрыть. Возбуждены два дела об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Рассмотрением постановлений по делу об административном правонарушении занимается и компетентная заниматься это отдел надзорной деятельности города Иваново, который определяет наказание.